Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики. И я вас поздравляю с тем, что мы перешли к изучению третьей книги науки и логики, соответственно, второго тома науки и логики, а именно субъективной логики и учения о понятии. Ну, я думаю, мы даже без введения со стороны Гегеля могли бы с вами сделать вывод, что понятие – это третья категория, или третья сфера по отношению к тем двум, которые были рассмотрены. А было рассмотрено бытие, затем бытие сняло себя. Так, а снятие – это что такое, Евгений Николаевич? Отрицание содержания. Не вас не. Я всё, я думаю, как у вас так ловко так получается, все знаете. У меня учитель. Да, ну понятно. Хорошо. Так, снимает себя бытие. И что мы имеем в результате снятия? Мы имеем сущность. Снятое бытие, то есть сущность. Сущность. Ну а поскольку бытие это бытие, и снятое бытие это что? Это отрицание. Хоть и содержанием, но отрицание. Общее, так сказать. Первое, что тут есть, это отрицание. Поэтому начинаем мы с отрицания, с отрицательных движений и отрицательного понимания. Вот развитие этого отрицания означает движение рефлексии. Почему рефлексии? Потому что как только вы получаете какое-то бытие в сфере сущности, вы должны его подвергнуть отрицанию. Почему? Потому что бытие снято. То есть это уже сделано, поэтому вы должны его рассматривать в снятом виде. И поэтому у нас вместо существенное и несущественное, которые сначала вроде получились, существенное, несущественное, рядом как бы, вместо этого мы должны взять правильно, то есть не вот так, не рядом, не вернуться обратно в сферу наличного бытия, а пойти дальше. А если дальше пойти, значит мы можем рассматривать бытие только как равное самому себе отрицательное. Только так. То есть снова может появиться это бытие, но только как равное самому себе. Значит, есть это равенство, отрицание с собой есть? Есть. Вот это и есть бытие. Вот это очень важно понять, что так и только так может быть в начале учения о сущности, что только так может появиться бытие, бытие не спокойное бытие, простое, а вот такое, которое является отрицанием, вернее, да, тождеством отрицательного. И вот это тождество отрицательного называется здесь бытием в сфере сущности. И поэтому, если вот на эту точку зрения встать, нам легко тогда понять, почему тождество – это тождество различного. Потому что это тождество отрицательное. Иначе никак тождество и не понять. Ну и потом кажется, что это очень, может, сложная конструкция, надуманная, но только тогда мы приходим к истинному пониманию тождества. Потому что если мы тождество понимаем как равенство просто простого самому себе, то вот говорить о тождестве там, елки, что она равна самой себе, что елка – это елка, это нас никак не продвигает. И на самом деле тождественная речь всегда, всегда, во всех случаях, если она не тавтологическая такого типа, что стол – это стол, бревно – есть бревно, она всегда – это тождество различного. Ну вот мы затем видели, как идет движение этой рефлексии дальше – за тождеством. Поскольку это тождество различного, то мы, естественно, переходим к различию. Различие бывает безразличное различие, как разность, а бывает уже различие, углубившееся, и это различие углубляется до противоположности. И тогда, если мы возьмем одну противоположность, то и рассмотрим ее стороны, с одной стороны тождество, с другой стороны различия. Но тождество и различие находятся в единстве. В единстве. Значит, в каждой стороне есть другая сторона. Раз есть в каждой стороне другая сторона, значит, мы имеем единство противоположностей.
А единство противоположности как называется? Противоречие. Противоречия. Противоречия могут быть, противоположности могут быть в единстве только как борющиеся противоположности. И раз они, эти две противоположности, себя показывают и в борьбе с одной стороны, а с другой стороны, и одна сторона противоположности, и другая сторона противоположности. И это такое вот ярко выраженное различие, которое у нас было, доведенное до противоположности, привело к тому, что эти как бы противоположности свели себя к одному. Это называется как Гетцу Грунде, идет к дну, в основание опускается это самое противоречие, разрешается в основании. И вот мы наблюдали процесс такой, что с появлением основания, значит, забрежил снова бытийный рассвет, в том смысле, что появилось что-то, что можно рассматривать как уже движение снова к бытию. Не к такому, которое просто равенство отрицательного, а к такому, которое является бытием, ну, а по крайней мере, да, похожим или аналогичным тому, которое было в сфере бытия. Но сначала мы рассмотрели основание основанного, а вместе основание основанного составляет основу. Да, и тогда, вот если мы берем это отношение основания основанного, то вот так получается, что вот некое вот это основанное, оно коренится, как бы базируется на основании. А с другой стороны, поскольку и основание тоже рефлексивная категория, то есть тоже надо брать с отрицанием, ее мы не можем просто взять, а мы тоже должны ее взять как парную. И тогда у нас получается еще и еще одно бытие новое, которое называется, или еще одна категория, которая называется условие. И что у нас получилось тогда? Некоторое бытие с основанием и с условиями. Как оно называется? Существование. А? Существование. Вот. И Гегель говорит, что существование – это восстановленное через сущность бытие. Экзистенция. Восстановленная через сущность бытия. И дальше мы изучаем это более глубоко. Существование. Приходим к тому, что, так сказать, как бы переодевается в ходе этого движения и одна сторона, и другая. То, что было существованием, выступает уже как явление, а то, что было основанием, выступает как закон. А закон есть спокойное в явлении. Но они как бы разведены. Есть закон, а есть явление. Есть царство явлений, беспокойное царство явлений и спокойное царство законов, в котором, так сказать, вот этого нету, этого беспокойства. Но в силу их единства, в силу того, что основания и основанные, они же едины, их нельзя просто разводить, надо вернуться к тому, что они едины. И вот это движение, возвращение к тому, что они едины, приводит к тому, что у нас уже имеется снова одно абсолютное единство сущности и существования. Единство сущности и существования и дает нам что? Действительное. И вот в этом действительном мы различаем потом, собственно, причину, действие, и уже появляется вот это, уже действительность берется не только как некое бытие, а как действующее бытие, что оно действует, что оно на самом деле действительно, оно является не только поверхностью, как явление, а она на самом деле едина с сущностью. Раз она едина с сущностью, то сущность уже не только там внизу, она и на поверхности. То есть сущность и на поверхности, и дана как бытие. Вот нас это удивляет, что отрицательное выступает как положительное. Где мы это видели в сфере сущности? В сфере бытия наличного. Когда отрицательное берется как положительное. Ничто. А? Ничто. Ничто, да. Не просто ничто. Нет.
Мы сначала, вот когда мы рассматривали снятое становление, в становлении мы, поскольку в становлении есть ничто, то мы сделали вывод, что в наличном бытии есть и ничто. Да? А раз оно ничто в наличном бытии, то мы его, это не свободное ничто, которое было в начале. Ничто, бытие, бытие, ничто, а ничто в наличном бытии. Оно требует другого названия. Как называется это самое? Небытие. Небытие. И вот это, вот когда мы уже обнаружили в наличном бытии небытие, вот тогда мы его назвали, вот это небытие, которое в бытии, так что конкретное целое имеет форму бытия. Вот сидит наш коллега в белом свитере. Вы отличаете коллегу и свитер его. Вот согласны, что свитер – это не он. То есть это в нем, а он как целое вместе со свитером берется, правильно? Мы должны его брать как целое, но свитер – это не он. Это его. Это не бытие. Принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, определенности. И вот определенность, взятая как положительная, как называется? Ну, взятая сама по себе. Качество. Безразлично взятая просто. Просто сама по себе. Вы берете ее саму по себе. Вот это качество. То есть что мы взяли? Мы взяли отрицательное. Ну, то есть вот я вот с ним разговаривал, на него смотрел, а потом он вообще потерял интерес. Поскольку я и продаю свитера, то я заинтересовался вот этим свитером, и все. Вот это и взял. Это для него отрицание, это отрицание. А я его взял, раз я взял, то это оно есть. Раз есть, то оно… Бытие. Вот это мысленное движение. Я его взял для рассмотрения. То, что я рассматриваю, то и есть, раз рассматриваю. Так и здесь такой вот некоторый поворот получился, что ну, вот это отрицательное, но… Вот если сущность, она уже соединилась, сущность и существование. И они, то есть поверхность и глубина, они срослись. И мы на эту тему видели немало рассуждений о внешнем и внутреннем. Что на самом деле внешнее и внутреннее едино. То, что внешнее, то и внутреннее. А то, что внутреннее, то и внешнее. Хотя это кажется странноватым, вот такой вывод, что если оно внешнее, то и внутреннее. Ну, потому что если эта кожа ваша только внешняя, можете проверить, снимите свою кожу и посмотрим, будете вы жить или нет. А это не кожа у него, это не внешнее. Это не внешнее, это у него, это просто он, небытие. Не он, да. Это не он. А вот то, что внутреннее, а внешнее – это то, что он. Его же. А внутреннее? А внутреннее не бывает без внешнего. Как вы можете рассматривать внутренние органы, не учитывая, в какой форме находится человек? Вот, что у него есть кожа, у него есть волосы и так далее. То есть невозможно его рассматривать внутреннее без внешнего. Ну, скажем, та же самая система выделения, там, потоотделения, она это часть вообще всей системы выделения ненужного организма, из организма. Так, значит, что тогда мы имеем? Вот мы имеем это действительное, и в нем действие. Действие причину и действие. Причину и действие. И вот это мы в одну сторону двигаемся, где причина и действие, двигаемся далеко назад. Потому что для каждого действия находится еще причина и так далее назад. И с другой стороны, если есть эта причина, то она. Если это действие, то она может быть причиной для следующего действия. То есть синоним действия может быть названо синоним. Да, так что их тоже надо брать в единстве, причину и действие. И тогда вот мы получаем вот это действующее, то есть то, что создает нечто. Некое другое бытие. И вот это другое бытие, которое создается
и выражается создание этого другого бытия специальной категорией субстанции. Субстанция – это вот самая последняя переходная категория к понятию субстанции. У Спинозы это целое, да, можно сказать, учение о субстанции, а у Гегеля вот от этого вот учения осталось только одно вот понятие, которое рассматривается здесь как некий переход к понятию. Ну и теперь, что мы имеем? Понятие должно быть рассматриваемо прежде всего, говорится в первом разделе о понятии вообще. Как третье, к бытовой сущности, к непосредственному рефлексии. Видите, сущность и рефлексия, они как бы тут отождествляются. Бытие и сущность – суть постольку момента его становления. То есть, если мы уже добрались до понятия, то тогда моменты становления понятия – это бытие и сущность. А понятие же их, есть их основа и истина. А почему так можно сказать? А можно всегда сказать, что всякая следующая категория, к которой мы переходим, является истиной предыдущей. Это все время можно говорить. Наличное быть является истиной становления. Нечто является истиной реальности, отрицания и определенного наличного бытия. И так далее. То есть, что значит истина? Истина значит, что это во что оно развилось. Что на самом деле выясняется, что это вот такое. Поэтому такие выражения употребляет Гегель. Как тождество, то тождество, в котором они затонули и содержатся. Или другими словами, понятие включает в себя бытие и сущность? Включает. Ваши родители у вас содержатся? Содержатся. Даже если они живы-здоровы, все равно в вас они содержатся. Правильно? Потому что во всем, и в физическом строении, и в психическом отношении даже, дети в той или иной степени воспроизводят своих родителей. И в этом смысле родители в них затонули, как вот Гегель здесь пишет. Затонули и содержатся. Они в нем содержатся, так оно есть их результат. Потому что в результате содержится то, результатом чего является вот то, что рассматривается как результат. Если я, так сказать, что-то делал, трудился и получил результат, то значит в нем содержится мой труд. Или если я использовал какие-то средства производства и по помощью этих средств производства сделал продукт, то эти средства производства содержатся. Ну, вот у Маркса в «Капитале» показано, что средства производства бывают разные. Материалы там и энергия, они целиком переносят свою стоимость, поскольку они сразу, так сказать, помещаются в этом самом продукте и составляют как бы его основу. А машины, оборудование, там, здания, сооружения, они переносят свою стоимость по частям. Сколько они переносят? Все зависит от того, каков срок их службы. Амортизация. Энную часть, да, от той стоимости, которая у них есть. Если N – это количество лет службы соответствующих средств производства. Так что вот даже вот здесь, когда мы смотрим, это и видно, почему, как у Маркса это все потом описано с учетом того, как это делается у Гегеля. Они в нем содержатся, так как оно есть их результат, но содержится уже не как бытие и сущность. Ну и понятно, потому что уже бытия и сущности нету как таковых. Они уже в них, если вы съели курочку, то курочка у вас, конечно, содержится, но уже не как курочка. Ну так? Поэтому тут чего-то такого удивительного, хотя и говорят вот иногда у Гегеля заумно, там очень непонятно. Но может, если бежать очень быстро... Знаете, как вот раньше ездили в каретах, и они описывали, когда проезжают там города, поселки, интересные записи были. Одни поют, другие пляшут, там где-то останавливались, разговаривали и так далее. Сейчас они на скорости, значит, быстро едут из Москвы, и что они там видят? Ничего не видят, ничего там, грязь кругом, значит, еще и сделали отбойники такие, что вы не думали, не вздумали куда-нибудь свернуть, но когда вам разрешат свернуть, там будет какой-то стандартный, значит, стандартное будет заведение, где можно перекусить.
перехватите и садитесь снова и вперед. Поэтому, а здесь, ну, надо все равно понимать, надо, что они же здесь есть, они не такие. Объективная логика, рассматривающая бытие и сущность, это которую мы с вами по первому разу завершили. Что значит завершили? Ну, как бы что-то поняли, что-то не поняли. Как можно завершить изучение объективной логики Гегеля? Ну, частично завершили, дошли, прошли. То есть как надо понять? Вот, а как можно еще? Вот когда мы уже по-другому, по-третьему, по-четвертому разу пойдем, это уже будет уже другая степень завершенности. Так что это удивительно, что ли? Поэтому некоторые думали, что вот социализм можно сразу построить полностью и окончательно, как у Хрущева было в докладе. Это очень как вот может быть окончательно? Ну как может быть окончательно? Если окончательно, это очень хорошая формулировка, ничего делать не надо. Идите, получайте зарплату, все уже сделано, все окончательно. Так. Итак, объективная логика, рассматривающая бытие и сущность, составляет поэтому генетическую экспозицию понятия. Вот это, я думаю, надо запомнить. Генетическую. Порождение. Она порождение. Основание? Нет. При чем тут основание? Экспозиция – это выставка. Показывает вам его генезис. Генетическая экспозиция понятия. Экспозиция – это показывание, они больше ничего не надо тут очень усложнять. Демонстрация, да? Да, не более того. Генетическую экспозицию понятия. Говоря точнее, уже субстанция представляет собой реальную сущность или сущность, поскольку она соединилась с бытием. Видите, уже в субстанции это есть соединение сущности с бытием. А вот здесь уже мы не берем просто соединение, а уже берем понятие как результат. То есть уже нету того, что соединилось. А раз оно соединилось в одно сущности бытие, то это и не сущность, и не бытие, и не пара. А это уже новая, третья категория. Это понятие, но в нем содержится, утонуло. Утонуло, потому что они не в таком виде содержатся, как были они. Как в виде, в переваренном виде, поэтому они уже не такие. Как бытие и сущность. Поэтому понятие имеет своей непосредственной предпосылкой субстанцию. Она есть в себе то, что понятие есть как проявившееся. Диалектическое движение субстанции через причинность и взаимодействие есть поэтому непосредственный генезис понятия изображает ход становления последнего. Я зачем это зачитываю? Затем, чтобы показать, что вроде бы оно там уже прошло в конце второй книги «Учение о сущности», да, это становление. Но поскольку это непростая вещь, то там идет становление, так сказать, как бы через движение вперед. А здесь это же становление рассматривается через оглядывание назад. Вот одно дело, вы едете в машине и смотрите вперед, вам надо это проехать. Вот это место проехать, этот холм проехать. А другое дело, когда вы его проехали и посмотрели назад, что вы проехали? Ретроспективно. Да, и когда вы проехали, удивились, зачем вообще вы поехали? Лучше бы здесь не ездить. Как вы проехали? Даже удивительно, если посмотреть назад. То есть всяко может быть. Потому что когда едешь вперед, еще не представляешь, куда приедешь. Поэтому едешь и едешь, уже остановиться нельзя, направо не повернуть, налево не повернуть. Остановиться нельзя, потому что сползешь, упадешь, или не, потом уже не поднимешься и так далее. Поэтому есть большая разница посмотреть вперед, куда мы идем, к этому единству бытия и сущности, и назад, когда уже это единство бытия и сущности имеется в виде понятия. А что мы знаем в начале о понятии? Что? Что вы знаете о понятии в начале? Это как я бы сказал, правильно. Это оптимистично. Но это оптимистично. Вот чем отличаются продвинутые люди, которые уже кружок ведут, от тех, кто слушает? Они почти то же самое скажут, но выглядит будет это по-умному. Оно отличается тем, что оно есть единство бытия и сущности.
не просто есть, а вот это вот бытие. Бытие как результат снятия бытия, снятия сущности. А сущность есть снятие бытия, поэтому это как результат снятия и сущности бытия. Это такое бытие, не просто есть. Вы правильно сказали, бытие. Но какое бытие? Которое содержит в себе в снятом виде непосредственно сущность, а посредственно и бытие. Потому что сущность, это все. То есть это вот как это называется? Кумулятивное движение. Все содержание. Содержание все продолжается и уплотняется внутри себя. Ну а если вы возьмете всех своих предков, вы с чего будете начинать? С динозавров или с обезьяны, где они Николаевич, если предков будете своих вспоминать? Я. Это от вас настроение зависит. Есть, знаете, хищные такие были, динозавры. Я почему-то про Ненок вспомнил. Они, кого? Про Ненок, они хордовые. Динозавры все-таки позвоночные. То есть вы от Минок произошли? Понял. Я не уверен. Я так и думал. Хорошо, что вы признали. Хорошо, что вы признали. Вы понимаете, такое... Мы-то стандартно произошли, это обезьяны. Вам повезло. Это, тем не менее, это обсуждение никак не касается вопроса о том, что в результате результат содержит в себе то, результатом чего оно является. Вот я историков спрашиваю на занятиях, я им и преподаю целому потоку в университете, спрашиваю, что такое, что изучает история. Они очень затрудняются. И так, и сяк, вот свидетель есть Степан Степанович, да, видите, уже кивает головой. Да, и так качает головой, когда я спрашиваю. Историков очень интересно спрашивается. Спрашиваешь историки, вы что изучаете? Они так задумываются, что изучают. Но вы хотите, я вам красивый дам результат, что вы будете это запомнить и будете. История изучает современность. Звучит как результат предшествующего развития человечества. Ну хорошо же. Ну, он сразу записывает, это хорошо. Ну, это со всеми такая же история. Лингвистов возьму, я лингвистов. Я вот музеологу спрашиваю, что такое музей? Да. Все, туши свет. Что такое музей? Не знаешь, что такое музей? Некоторые говорят, это собрание вещей. А у меня дома там как раз в кладовке лежит чемодан, и там много всего барахла, вот я за себя. Знаете, как туда нужно что-то найти сейчас, вот, и подстроить, пристроить, починить. И сразу открываешь этот чемодан, еще надо его вытянуть. Так вот это музей. Это коллекция. Коллекция. То есть, если у вас есть коллекция каких-нибудь бабочек, это музей, понял? Домашний. Музей, думаете, это? Это выставка бабочек. Исторически упорядоченная. Исторически упорядоченная. Коллекция, да. Предметы. Коллекция надо раскрывать. Предметы, содержащие. Ту коллекцию это собирали. Это вы собрали, и все. Мало ли чего вы начнете. Можно собирать это, вот, приходить в разные зубные кабинеты и просить вытащенные зубы собирать. Будет коллекция. Ну, будет коллекция. Нет. Как нет? Ну, как там надписывать, у кого выдрали, когда, какой зуб, какой год. Почему может это не быть, будет? Генетическая коллекция. Почему? Может быть, научно-систематизированная коллекция. Выкопали одного этого... Варяга. То есть вы хотите сказать, что... А в зубе нашли генетическую субстанцию. А вы нашли, что такое музей, можете сказать? Ну да, только долго. Кто такой? Зачем долго нам не надо? Мы должны уйти домой сегодня, нет. Кто может сказать, что такое музей, чтобы нам уйти домой потом? Это учреждение, которое собирает, изучает... И чего-то еще. Демонстрирует. Да, платит там. А он, это я знаю, Сергей Ильич, он посмотрел уже на лекциях. Он знает. Такое учреждение, которое собирает предметы историко-культурного наследия, может быть, материальные и духовные. Во второе, оно их сохраняет. Сохраняет. Что изучать, если не сохранишь, то и нечего изучать. Сохраняет, поэтому требования соответствующие к тому, как это складывать, куда, чего. Вот. Изучает, ну и если оно то этим все кончается, то это не музей. И пропагандирует обязательно, тогда музей.
Нет, а еще упорядочивает ее. Да и все это отражающее. Подвалы Эрмитажа. Подвал Эрмитажа это. Пока вот вы не сказали, что она еще пропагандирует, так в подвале лежит. И так всегда всю жизнь она может и пробежать. Пусть а вот запасе. Когда пропагандируют это, вот, а тогда это да. Ну, они, конечно, перемещаются, одни в запаснике, другие в запаснике. Но если они никогда не перемещаются, все время лежат в подвале, то это уже не музей. Это склад. Склад художественных ценностей, реквизит там и так далее, если они собираются. Ну вот, то есть это такой всеобщий, можно сказать, принцип такой исторический. И здесь вот этот историзм есть в самом движении мысли. Само движение мысли, что всякая более развитая категория включает в себя всю историю. Или, можно сказать так, что такое, объяснить, что такое понятие. Надо объяснить вам, что такое понятие. Берем чистое бытие и пошло. Правильно? То есть это вся цепочка, начиная с чистого бытия. А что такое сущность? Да? Объясняю, берем чистое бытие. То есть это или более короткие, или более длинные цепочки, но это вся цепь категорий, которая приводит к этому понятию. И только так. То есть если у вас есть вот это неразрывное движение логическое, и этим выведением вы худо-бедно справились, худо-бедно я говорю, потому что некоторые моменты, там переходы не очень кажутся ясными, или, по крайней мере, с 1, 2, 3, 4, 5 и 9 не очень ясными. Но, тем не менее, вот эти переходы вы начинаете, так сказать, для себя прояснять. Но надо именно так понимать. Не что вы не что-то взяли еще плюс к тому. Это не плюс к тому. Это вы взяли то, что содержит в себе в снятом виде все предыдущее. Все предыдущее. Вот. Поэтому вот такие здесь формулировки утонули. И бытие и сущность утонуло в результате, в понятии. То есть в понятии все есть. Да. А бытие и сущность, они есть независимо от человека, да? То есть они... А как понятие – это результат человеческой деятельности. Как это независимо от человека? Ну как, бытие и есть человек? Мы изучаем науку логики. Логика – это что такое? Движение. Это движение мысли. А мысль не может быть независимой от человека. Она от отдельного человека может быть независима, от человечества она не может быть независима. Это мы историю развития, движение человеческой мысли изучаем. Мы только о мыслимых вещах вообще речь ведем. А уже мысль, а движение мысли отражает движение всего мира в силу всеобщности. Потому что философия изучает всеобщие законы природы, общества и мышления. А если я беру только вот законы мышления? Ну тогда это законы мышления, общества и природы. То есть я могу к этому же вопросу подойти, к изучению всеобщих законов природы, общества и мышления с разных сторон. Можно начинать с природы, там диалектика природы Энгельса. Можно начинать с общества, потому что в нем тоже все проявляет себя. А можно пойти коротким путем, которым мы идем с вами. Мы когда изучаем вот эти вещи, когда они кажутся очень общими, непонятными из-за этого, абстрактными, но на самом деле мы сразу все изучаем, сразу, потому что это в природе проявляется, все это. В природе есть и бытие, и сущность, и все эти категории, и закон, все, что мы тут говорили, все это есть в природе, и в обществе это есть. А понятие есть в природе? Понятие, конечно, есть. Вот по понятию, вы знаете такое растение? Растение в природе есть? Есть. А есть вот просто растение, или оно всегда в каком-то еще с определенностью? Определенное растение, да? Определенное растение – это растение? Растение. Розу берем. Это растение? Растение. Так если роза, если есть роза, значит растение есть в природе? Есть. А берем эту розу и срежем. И вот она у меня в руке. Это второе отрицание. Она уже у меня как отрицание или как бытие, эта роза? Второе отрицание. Денис Борисович, я срезал эту розу. Это единичная уже. Единичная. Вот эта единичная роза, это всеобщая? Да. Это единичная роза, это всеобщая или нет? Да или нет? Нет. Как это нет? Что, не роза это? Роза. Что же делать? Как так? Была роза, я выбрал розу. Среду. Нет, было растение. Я выбрал такое растение, как роза. Я же растение выбрал.
определенное розу. Потом срезал эту розу, прихожу к Денису Борисовичу, это, говорит, не все, это не растение. Денис Борисович, в известном смысле вы правы. Вы правы только в одном, что если ее срезал, то она уже не так растет, или не совсем растет. Но еще она живая, да, но еще немножко растет. Ну, то есть она все-таки и всеобщая. Вот тут самое это главное, почему я сейчас с вами, так сказать, вот затеял эту полемику. Потому что самое главное вот в самом начале понять, что есть только всеобщее. Язык берет только всеобщее. Ничего не всеобщего в языке вообще не задерживается. Может быть, язык содержать какую-то одну конкретную розу. Один человек сказал про одну конкретную розу. Это, может человечество это как-то зафиксировать в своей деятельности? Нет. То есть надо миллиарды раз об этом говорить, миллиарды. И вот то, что миллиарды раз повторяется, оно и закрепляется. То есть на самом деле язык – это все всеобщее. Логика занимается только всеобщим. Но если вы это всеобщее берете с определенностью, вот тут Гегель как раз и доказывает, я хочу, у нас задача вот сегодняшнего занятия, на это обратить внимание, потому что на это не так просто это понять. То я, по крайней мере, могу судить по себе, я это в прошлом году начал понимать. А до этого я многократно это проходил, так, ну я читаю подряд, раз прочитаю, там я разбираю, а здесь я заодно прочитаю до конца. И как-то у меня было стихийно, по привычке, особенное, единичное и всеобщее, как раздельное, как будто есть раздельное. На самом деле это все всеобщее, только сначала, если вы берете род, а потом берете вид. Вы что, род не берете? Берете. А вы что сказали? Это, все это не, значит, все, не всеобщее, как не растение. Как, то есть, ну это вот у меня такая же была история. Я их очень жестко разделял. Разделял, как вот есть такое, как есть такое. И так вот как бы, как три графы, три столбца. Но это все не диалектика. Три тотальности. Да, три тотальности. Это не она, а тотальность одна. Всеобщее. Всеобщее и все. Всеобщее. И это всеобщее берется с определения. А что такое определенность? С определенностью. Это отрицание. То есть некоторое отрицание всеобщности. А что такое некоторое отрицание? Вот человек в белом свитере. Это что, отрицание его? Да. Потому что он бы мог бы быть и не в белом свитере, а мог быть в черном, мог в синем, мог в зеленом. А что, от этого его не стало, что ли? Это вот кажется, что если отрицание, то значит все пропало. Ничего не пропало. Отрицание – это определенность. Только отрицание придает определенность тому, о чем идет речь. Да. Учили, а потом теперь, переходя к этому разделу. А кто вас учил? Кто? Ну кто учили? Вы учите. Мучите. Так а что, я не стал, что ли, умнее от того, что учил? Учились вот три тотальности, а теперь, оказывается, все эти три тотальности сводятся к. Да все утонуло же, вам же написано. Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, у вас утонуло уже все, те три-то утонули в одном, во всеобщем. Вы пришли к всеобщему. У меня утонуло, а товарищ пропустил прошлое занятие, у меня не утонуло, и он с вами спорит. Я не спорю. Он не спорит, он выясняет. Да. Уточняет. Вот. А вы хотите... А вы обвиняете. Я? Да. В чем? А в том, что человек двигается вперед. А как он может двигаться? Методом проб и ошибок, а как еще можно двигаться вперед? Никак другому, по-другому не пройдешь. Правильно. Только я вот покаялся, он на меня не стал нападать, потому что я руководитель кружка. Тебя посадят. Это правильно. Ну как руководитель кружка, если нападать? Это подрывает сам кружок. А тут вроде наоборот показывает, какой вы уже продвинутый, а тут есть, дескать, не такие продвинутые. Дескать, вы тут не знали, не были и так далее. Я тут все время сидел. И так далее. А ты оттуда выйдешь другим человеком. Там тебя перевоспитают. А ты не воруй. Значит, так это... Вот я думаю, давайте еще раз на этом. Вот берем растение. Это всеобщее? Нет, просто растение. Всякое растение конкретное, правильно? То есть там разные роды, виды растений. Есть определители растения такой толщины. Вот вы можете взять и начать смотреть, какие корни, какой стебель, какие листочки, какие цветочки, сколько тычинок, сколько пестиков, перистость, неперистость, какие блестящие листья, матовые листья и так далее, формы круглые, яйцевидные там и прочее. И вы определили это растение. От того, что вы определили это растение, сначала вы взяли
только одно деление там, что это деревья или травы. Это что? Вот первая определенность. Это от того, что вы определили, что это дерево. Нет, что это дерево. От того, что вы выяснили, какое это растение, дерево или, или это к траве относится, банан, скажем. Банан – это дерево или трава? Трава. Трава. Вот, банан – трава. Так, хорошо. Тыква. Ну, вот, да, так, вот так уже. Вот. Короче говоря, вот мы определили, так? А дальше мы уже начинаем брать, а какая трава? Это третье уже. Вот первое было всеобщее растение. Второе – травы. Трава. Особенно. А трав-то у нас, пожалуйста, там? Единичный. Ну, экземпляр. Клевер. Все. Или по-другому. Мы скажем, кормовая культура. Это не то всеобщее, а потом выясняется клевер, а потом вы берете этот конкретный сорванный клевер или срезанный клевер. Уже это будет. Это то, что это понятие. А все это? Да, понятие. Это к миру понятие. Вот это вот, когда мы хотим, вот если про вас, вот, вы понятие человека отвечаете, Евгений Николаевич, или нет? Я? Да. Стараюсь. Старайтесь. Так его же нету, как понятия вы сказали, нет же никакого понятия, это вот чисто вот, так у вас такой намек был, это чисто мыслительное. А что вы тогда собираетесь соответствовать, что, какому-то этому образу, подобию Божьему, что ли? Нет, ну там в этом понятии все утонуло, надо поэтому... Все... Это у вас все, это у нас и у меня, и у вас что-то кривое, не соответствует понятию, а... на самом деле всеобщее это то, что вот понятие в понятие человека, вот то, что есть, это что? Это некое выражение самой и бытия, и сущности человека. Вы не забыли, что понятие – это единство бытия и сущности, которые в нем утонули? Вы что хотите, чтобы вы не соответствовали ни бытию, ни сущности человека, что ли? Вот я и думаю, что мы все из воды все-таки вынырнули. Да? Не вот. Надо приманываться. Меня не надо, вы из воды, мы нет. Мы с лесов, мы с деревьев спрыгнули. Нет. А вы, мы знаем уже, кто прежде вы. Прежде чем спрыгнуть, знаем, мы не запомнили вас. Мы раньше спрыгнули. Дерево вы вышли позже, из воды. Нет. Чем мы вышли из воды. Деревья были позже. Так вы вышли из воды, деревьев не было и ничего вы не могли сделать. А мы сразу спрыгнули и построили дом. Вот так. Да. То есть наше представление, что понятие, вот тут же как получается, что мы рассматривали объективную логику. Это как бы категории, ну, логические, ну, то есть относящиеся к мышлению, которые отражают, ну, по смыслу, отражают объективный мир. Теперь мы пришли вроде к категориям, которые выражают наше сознание, к субъективной логике. Ну и напрашивается вывод, что это теперь уже относится только к сознанию. А сознание наше не отражает объективный мир? Если оно отражает объективный мир, то на самом деле вот эти категории понятий еще лучше отражают объективный мир, чем вот те категории. Богаче. Богаче, потому что они только берут бытие и сущность раздельно, а тут бытие и сущность еще берут, так сказать, как бы в единстве. Еще дополнительно к этому то, что мы узнаем здесь, то есть, понять. Это мир воображения. И когда мы вот начинаем там уже разбирать суждения, потому что сначала люди идут, ну так как аристотелевским путем берут и начинают, это вот суждения такие, роза есть растение. А что такое роза есть растение? Роза есть растение. Ну так это роза и растение приравниваются? Угу. Это тождество? Или не тождество? Равенство. Нет, не тождество. Роза есть растение. Это тождество? Нет у нас равенства категории. Нету. У нас как равенство есть только как в себе бытие. Равенство неравного. И никакого другого равенства у нас нету. Вот у вас равенство равного. У вас те, которые из воды вышли. А у нас, которые с деревьев спрыгнули, равенство неравного. Но мы вас не дискриминируем. Еще бы. Ну, он у вас портфель такой хороший. Вы тоже из воды. Вы просто не знаете, как это... Да как я это не показать. Из воды. Я знаю. Я не из воды. У меня вода льется. У меня работа такая. Это совсем другое. Вот с аквариум дырявый.
Так. Ну вот это очень важно. Вот смотрите, вот роза есть растение, вот простое это суждение, вот там пойдет речь о суждениях. Ну, на самом деле, переставить нельзя эту фразу. Если это вроде равенства, как вы говорите, ну переставьте. Растение, роза есть растение. А вы переставьте. Растение есть роза. Все, всякое растение есть роза, это неверно. Растение. Но когда-то это и верно. Роза есть растение, если это роза. Ну, роза есть растение. Нет, растение есть роза. Растение есть роза? Ну, есть понятие. Нет, растение есть такое, роза? Есть. Ну, все в порядке. Такое. Все в порядке. Но уже вы видите, какой совсем другой смысл. Есть понятие, необходимость достаточно. И вот формально. Я сейчас говорю, да при чем тут формальная логика? Вот как раз в том-то и дело, что вот в этом месте, вот именно в этом месте, вот здесь, вот куда мы пришли с вами, и я вас всех об этом предупреждаю особо, что в этом именно смысле, вот здесь именно, он расходится полностью с Аристотелем. Аристотель их всех расклассифицировал, разделил. А Гегель взял теперь все вот эти разделенные все категории и показал, что они в единстве, что это всеобщее, но это всеобщее выступает то как особое, то как всеобщее, как само по себе, как всеобщее. Теперь всеобщее, которое выступает как особенное. И всеобщее, которое выступает как единичное. И даже примеры приводит. Треугольник – это и всеобщее, в том смысле, что это фигура геометрическая. И это конкретная геометрическая фигура, треугольник. И то, и другое. То есть три тотальности как части тотальности. Единый. Зачем нам слово «часть» здесь употреблять? Вы любите это «часть»? Нет, а у Гегеля это есть «часть» и «целых», соотношение «части» и «целых». А художник, это такой человек, который берет нужную кряску и кладет ее в нужное место. А если вы берете ненужное здесь слово сюда вставляете, не получается картина. Вы берете как бы откуда-то со стороны, вот прямо взяли, как с помойки-то, принесли сюда и на стол сразу. А мы это не будем кушать. Не ешьте. Почему? Потому что мы не из моря вышли, а спрыгнули с деревьев. А мы все. Так, ну вот, поэтому я здесь не случайно выделил такие фразы, которые после вот некоторого размышления такого и обсуждения кажутся такими простыми и понятными, и ясными. Что диалектическое движение субстанции через причины взаимодействия есть поэтому непосредственный генезис понятия. Ну, раз понятие получилось через субстанцию, понятное дело, что это генезис, изображает ход становления последнего. Становление понятия, да. Но его становление, как и повсюду становление, имеет то значение, что оно есть рефлексия, переходящая в свое основание. Видите, какое тут уже понимание становления, не то, которое было у нас вначале. Потому что речь идет о чем? Не вообще о бытии, а о том бытии, которое сейчас. А сейчас как называется то бытие, о котором сейчас идет речь? Личное. Сейчас-то о чем идет речь в этой книге, в третьей книге? Понятие. О понятии. Это же бытие? Это постановление понятия. Все понимают, что это становление, как и всякое другое становление, но это становление. Но становление бытия. Это же бытие, значит, может быть его становление, но это, конечно, особое становление. Потому что это становление из бытия и сущности. Непосредственно из сущности. Третье. Понятие – это третье, да? Третье. Второе отрицание. Второе отрицание. Первое отрицание было сущность, второе отрицание – понятие. Второе – это. Второе. Но можно считать и третьим, если просто по порядку считать. Третье, да. А если брать какое отрицание, это тоже имеет смысл, правильно? Если мы видим, что было одно отрицание, а теперь второе отрицание. Значит, второе отрицание есть возвращение к бытию, но не к такому же бытию, которое было, а уже вдруг к более высокому, правильно? Понятие более высокое бытие, понятие, чем бытие. Понятие должно быть рассматриваемо прежде всего вообще как третье, бытие и сущность. Да, это правильно вы читаете. Вот да. Когда вы читаете Гегеля, очень правильно вы говорите. Это я отмечаю это. Я отмечаю это, да.
А вы хотите проверить, буду я выступать против Гегеля или нет, если вы будете читать? Нет, если вы будете читать Гегеля, я против Гегеля выступать не буду. Так. Но его становление, как и повсюду становление, имеет то значение, что оно есть рефлексия, переходящая в свое основание, и что кажущееся сперва другим, в которое перешло первое, составляет истину этого первого. Раз оно истина этого первого, оно как бы теперь оно основание для этого всего. Таким образом, понять есть истина субстанции, а так как необходимость есть определенный способ отношения субстанции, то свобода оказывается истинной необходимости. Вот. И способом отношения понятия. И вдруг появляется вот эта самая свобода, и это ее понимание, свобода как истинной необходимости. Вот способ. А Маркс пошел дальше этого понимания. Почему? Потому что свобода, конечно, истинная необходимость или осознанная необходимость, как Энгельс говорил, осознанная необходимость или истинная необходимость. Но она, хотя и истинная необходимость, эта истина не сводится только к необходимости. Вот когда мы говорим истинная необходимость, свобода – это истинная необходимость, это не значит, что она сводится к необходимости. Она выводится из необходимости, но не сводится к ней. Вы можете, будучи свободным человеком, отменить закон Ома? Нет? Ну как, если бы я... Но вы свободный человек? Вы человек, вы свободный. Демократия побольше, и я бы мог бы. У нас замечательная демократия, у нас... Да, у нас все сумасшедшие там... Хочешь голосуй, хочешь не голосуй, хочешь за кого хочешь. Да. Чем вам не нравится наша демократия? Да. Вам не нравится наша демократия? Вам мешает она заниматься наукой логики, демократией? Нет. Ну, так и занимайтесь. Отменить нельзя, можно запретить. А? Отменить нельзя, можно запретить. А то? Кто вам запрещает? Кто вам не запрещает? Зачем вас запрещать? Мы сами еле-еле разбираемся. Зачем нас запрещать? Мы еле-еле дышим. Нет, вы знаете как? Закон Ома. Люди смотрят, серьезные люди смотрят, говорят, ну, зачем мы их будем запрещать? Посмотрите, как они... Так еле-еле двигаются, только таких запрещать, это же смешно даже. Ни одна серьезная организация это не будет делать. Закон Ома отрицается законом Кирхофа. Да я не спрашиваю, вы можете отменить закон Ома? Так его уже отменили. Вы можете его отменить? Нет. Не можете. А что, как тогда с этим? Да. Значит, как бы вы ни понимали свободу, эта свобода включает в себя соблюдение закона Ома. Так, это если 500 вольт, не надо вот так пальцы туда подводить к этим? Можно подводить. Подводить можно, но результат тоже известен. Какой? Плачевный. Нет, не обязательно. Плачевный разного размера. Если вы сначала палец на землю, а потом второй палец на фазу, да, тогда у вас вот так вот. Да. Не убьет вас. Не убьет. Он сильно покалечит. Да. А если сначала 500 вольт, если на фазу, да, то точно убьют. Но. То есть последствия разные в зависимости от последовательности обращения. Ну, если я свободный человек, могу его так поставить, как хочу, да? Можете как угодно. И что, в чем? А и вот тут... То есть я необходимость, истину понимаю? Да. То есть это включает в себя, эта необходимость? Но необходимость без возможности, она не существует, потому что... Это вы начинаете сразу новую тему. Не надо нам вашу возможность. Нам важно понять, что вот свобода включает в себя необходимость. Вот что важно. Это важно, это приобретение важное. Вот мы его получили, а вы сразу вместо того, что вот вы нашли гриб под березой, берите его, белого нет еще. А вы говорите, ну это гриб под березой, пошли дальше. Да. Грусть. А нам нужно белый. И так ходили, и так ничего и не собрали. А занятие закончилось. А мы с корзинками, мы с грибами. А почему? Потому что мы лесные люди, мы с деревьев спрыгнули, а вы думали, оно само приплывет. А оно не приплыло. Вот вы задаете простые вопросы, когда вы начинаете отвечать. Так, вот хочу заметить, что у Маркса другое понимание, не столько понимание, сколько более истинное понимание свободы, чем у Гегеля. Оно все это включает, то, что здесь есть. Конечно, тут вот осознание необходимости включается в это. То есть, конечно, вы не отмените ни закон Ома, ни закон всемирного тяготения, нежелательно с 13-го этажа прыгать
спокойно вы можете пролететь только 12 этажей. А дальше, и в это время можете даже по телефону разговаривать. Ну, дальнейшее уже, так сказать, не будет успешным движением. У Маркса есть такое определение, что свобода – это господство над обстоятельствами, сознанием дела. Где тут зарыта необходимость? Вот в этом знании дела. Но смысл все-таки свободы не в том, что вот мы осознали необходимость и все. А что делать-то будем? Молчание об этом у Гегеля. То есть, хотя вот вроде действительность была, действие и так далее. А у Маркса господство над обстоятельствами, сознанием дела. То есть если я не могу абсолютно господство над обстоятельствами, я и закон Кулона не могу отменить, хотя он там такой вроде как ничего никого не убьет с этим законом. Вот. Поэтому, конечно, это включает в себя осознание необходимости, но человек при этом господином должен быть над обстоятельствами. А если над вами господствуют обстоятельства, и вы не вольны их поменять, а они над вами все время господствуют, и вас просто загоняют в угол, вы не свободны. Ну, вот жена заболела у Валерия Александровича, он, так сказать, все бросил, ключи передал, поехал как-то лечить надо. Ну, что делать? Это он в этом смысле не свободен там. Да вы заболели, не свободны, правильно? Потому что надо выздороветь. И хотя можно ожидать, что наукология поможет к выздоровлению, но она поможет, если вы дома будете лежать. Я, например, когда лежал в больнице 2 недели, в этой медицинской академии, я взял учение о сущности, вот так мне хватило. И все интересовались, коллеги по палате. Чего вы так долго читаете такую тонкую книгу? Да я говорю, сколько я пролежу, столько и почитать буду. Приспокойно. Очень хорошее дело. Это тот счастливый случай, если вдруг вы попали куда-нибудь в больницу, заболели. Берите науку логики, это самый вот такой период. Никто вас не отрывает, все вас жалеют, а вы в это время читаете науку логики, а вас никто не гонит, иди туда, делай то, а вы сидите, спокойно читаете, наконец вас оставили все в покое, и вы, господин, над обстоятельствами, вы свободны. Ну, больны, ну выздоровеете, ничего страшного. Болезнь, она же приходящая, все приходящее. Жизнь даже приходящая, не только болезнь. Мне такая же, что жизнь уже... Чего? Да ваша жизнь только начинается. Я не про свою. Ваша Гегель, ваша это вот диалектическая жизнь, Евгений Николаевич, расцветает. Ну, моя расцветает. Тоже. Знаете, есть цветы, которые они, значит, сразу раз и быстренько расцветают и завянут. А бывает долго-долго стоит, вот, ничего там нет. Да просто такой вот длинный такой стебель и вдруг большой, большой красный цветок. Вот это изучение диалектики, это хорошо. Мы же не за дешевыми результатами, шумовыми эффектами гоняемся, а мы изучаем. Вот наше время подходит к концу. Что касается того, что понятие включает в себя в содержание бытия и сущность в измененном, конечно, уже виде, уже не как бытие и сущность, это не вызвало протестов так и присутствующего населения, потому что мы уже к этому привыкли, что каждая следующая категория включает в себя и содержит в снятом виде все предшествующие категории. Это ничего тут удивительного для нас нет. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, вот то, что здесь мы подготавливаем себя морально, к пониманию того, что есть только всеобщее, и что особенное и единичное не находится за рамки всеобщего, что это во всеобщем это деление. Нельзя сказать «общество» и товарищ хороший. Вот если я так скажу, то я вас из общества исключил. Хотя и поставил, но исключил. Ну, у нас сейчас Россию все. Нет, у нас не так. У нас, например, говорят экономические и социальные процессы. Говорят сплошь и рядом. Все забито вот этим неверным, совершенно ошибочным положением. Как экономическим. Как надо правильно сказать? Социальный, в том числе экономический. А можно сказать экономические и другие социальные процессы. Вот и все. Ну, например, яблоки и фрукты, можно сказать? Да. Что?
Яблоки и фрукты, можно сказать? Да еще. Сказать это можно. Сказать можно. Ты не считаешь. И другие фрукты. Яблоки и другие фрукты. Яблоки и другие фрукты. Или фрукты, в том числе яблоки. В том числе. Это что же фрукты? А яблоки и фрукты, если вы скажете, то вы отделили яблоки от фруктов. Здесь вот яблоки, а, наверное, это единственный фрукт, который у вас был. Вот эти яблоки забрали, и во фруктах уже их нету. Они уже там не присутствуют. Ну, это, тогда да. Это уже другой раздел. Понимаете, да. Топология. Да при чем тут топология? Топология – это наука об открытых множествах. Евгений Николаевич, что вы говорите? При чем тут открытые множества? Ну так нет, яблоко относится к множеству. Не рассказывайте, фруктов. Пожалуйста. Понятно. Это из другой оперы. Конечно. Не говорите красиво. Скажите, что такое предел? Функция f от x точка x0. Предел – это такая? Сейчас мы проверим тогда. Раз величина. Не, ну вы сами заводите, завели в математику. Который, нет, ну там, чего? Как определяется предел всегда? Найдется всегда такое бесконечно малое эпсилон. Разница между значением функции и этим при... Ну вы строго, да, да, математика, там строго все. Там нельзя так вот, как низенько, близенько, там где-то да. Там, дважды два. Три, семь, четыре, три. Ну и что? Хотите, чтобы точно? Я не помню. Я помню. Ну вот. А что тогда вы заходите в математику? А я то, что... Я могу вам сказать. Да. При чем тут теория множеств? Это определение предела в анализе. Никакого множества тут нету, ничего. Число А называется пределом. Функция f от x в точке x0, если для любого сколь угодно малого числа ε найдется такое... Число дельта, что для всех x из проколотой дельта окрестности точки x0, f от x минус a по абсолютной величине меньше эпсилон. Заранее заданно. Это лишние слова у вас, а я все перечислил. Так, на этом мы сегодня занятие завершим. Задание какое у нас в следующий раз? Мы, вот, во-первых, вот этот раздел о понятии вообще очень важный. Которые, кое-какие кусочки из которого я зачитывал, надо его внимательно изучить. А следующий уже раздел начинается с субъективности, и там опять первая глава понятий. То есть мы в начале мы тут довольно основательно останавливаемся на этих вещах. Во-первых, о понятии вообще, потому что оно сложное из того, что было. Поэтому естественно, что некуда тут вот так уж размахиваться, бежать вперед. То есть надо, наоборот, понять, как оно убирает в себя все предшествующее. И второе, я уже забегая вперед, уже сказал, что самое главное, что надо будет понять, вот это вот, что это вот все это вот, всеобщее. Вот это всеобщее понятие, смотрите, страница 26 в этой книге. Это всеобщее понятие, подлежащее здесь теперь рассмотрению, содержит в себе три момента. Ну, все знают, что такое моменты. Вот все здесь присутствующие абсолютно знают, что такое моменты. Моменты – это неразрывные, да? То, что относится к этому, к целому. Всеобщность, особенность, единичность. Три момента, не три вида понятий. Я, кстати, к лекции своей о понятиях и к семинару о понятиях переделал вопросы. Потому что мне прислал Валерий Александрович прошлогодний, я посмотрел, я их писал. Посмотрел и счел их неудовлетворительными после прочтения этого дела. И передел. Не всеобщие понятия, не особенные понятия, не единичные понятия, а всеобщие и особенные единичных понятий. Поставил другой вопрос. О чем и признаюсь. Признаюсь уже тогда, когда переделал в лучшую сторону, а до этого не признавался. Да, вот это вот бросается в глаза. Да, это бросается. Некоторые скрывают свои ошибки, а другие честно раскаиваются в них, да. И смотрят смело в другие глаза. Сначала не раскаиваются, уверенно говорят. Да. А потом, когда вдруг до них доходит. Потому что если вы не уверен, то не можете обогнать никого. Не уверен, не обгоняй. Особенно если впереди пропасть. Ну, я же руководитель кружка, я должен же обгонять. Это да. Ну, а как ну, обгонять? А если я не буду обгонять? Ну, близко, да. А если не буду обгонять, вы скажете, что? Значит, вы меня обвиняете в уверенности. А еще если я буду проявлять неуверенность, кто это будет ходить в этот кружок?
Вы знаете, я не знаю, чего я преподаю, не знаю, что я тут вам буду говорить. Ну, давайте посидим. Тихо. Так что я считаю, что мы очень добрались до интересного места. И более того, я хочу сказать, что вот у некоторых такое представление, что если долго на каком-то там месте сидеть, то разберешься. А на самом деле разберешься, когда ты вот эту всю картину увидишь в целом, и тогда вот все ее составные моменты, составляющие моменты, ты скорее ее увидишь. Вот это касается изучения капитала тоже. Например, человек хочет разобраться в теории денег. Как в ней разобраться? Взять анатомию обезьяны, ключик анатомии человека, или анатомия человека, ключик анатомии обезьяны? Евгений Николаевич, вы ближе всего к этой проблематике. Повторяю вопрос. Анатомия обезьяны, ключ к анатомии человека, или анатомия человека, ключ к анатомии обезьяны? Вы знаете, это вопрос неприятный и неправильный. Что первично, курица или яйцо? Они одновременно появляются. Но одновременно... Евгений Николаевич, я вам на этот вопрос про курицу яйцо сейчас отвечу. Отвечу. И курица и яйцо – это все курица на разных этапах своего развития. Значит, поэтому вопрос. Нельзя ставить вопрос, что тут раньше, кто позже. Это курица. Желудь, и даже тогда, когда он желудь, и когда он росток, и когда он дуб – это все дуб. Поэтому нельзя ставить вопрос, что раньше дуб прожил. Это вы к примеру перешли, я вам такой вопрос задал, чтобы проверить, знаете ли вы высказывание Энгельса о том, что анатомия человека есть ключ к анатомии обезьян. И выяснилось, что вы не знаете. Это был подлый наводящий вопрос. Почему подлый? Ну, потому что подлый, потому что я как бы вам просто дал выбрать. Это у вас проза, вы же профессор, вы же экзамен. Да, проза заболевания, да. Вы же студенты уже ненавидите. Естественно. Я как профессор. Я уверен. Так Евгений Николаевич имеет ваше место. Но я студентов люблю, в отличие от вас. Ну, вывод-то какой? Вы как всегда уводите нас в сторону, а я возвращаю обратно. Да. Вот в развитой форме у человека то, что у обезьян только намечалось, ее нетрудно было понять по строению там, тела, по устройству организма, какие-то вещи. А когда у человека это развилось, то тогда стало, можно было увидеть, что есть такие-то начатки у обезьян. Поэтому если кто-то хочет лучше понять там, бытие, сущность, он, может быть, даже он тоже не все здесь понимает, но он идет дальше в сферу понятия, доходит до конца, до абсолютной идеи. И ему понятнее, что он раньше проходил. Причем без того, чтобы он вот прямо сейчас вот это перечитывал. Почему? И вот особенно вы увидите в конце книги «Наука логики», там в конце он снова употребляет наличное бытие. Бытие, определенность, то есть он всеми этими категориями, которые были в самом начале, все равно пользуется. Поэтому, чтобы к ним привыкнуть, желательно двигаться вперед. Поэтому, несмотря на то, что мы не очень бежим, но это очень важно продвигаться. И вы, наверное, заметили, что мы не так здорово поняли и предыдущие вот эти переходы, правильно? Ну, это значит, с ним надо будет снова вернуться. Как Ленин пишет, вернуться, но потом вернетесь. Еще вернетесь, и раз, и не раз вернетесь, надо проходить. И тем не менее, надо двигаться вперед, потому что нам надо освоить систему категорий. А чтобы освоить систему категорий, вы будете одну не понимаете и застрянете на ней, и так на ней остановитесь навсегда. А это неправильно. А надо ее окружить со всех сторон, надо пройти через нее. Как, например, занимали города в войну. Раз, танки выдвигаются, без всяких других, без пехоты, без всего. Раз. Обошли город и все, захватили с той стороны. Нет, казаки... Эти вот, чтобы не оказаться, так сказать, войскам вражеским в котле, им надо оттуда утекать. Казань мы брали не так. А я не про Казань. Я понял. Я про все вообще. Танков не было еще. Когда не было танков, так и не сделаешь. Поэтому, если кто-то думает, что просто наши сначала не умели рисовать такие вот котлы, и стрелки, это, и что у нас не было карандашей. Нет, карандаши у нас были. Вот тасков у нас было маловато. А вот когда у нас, начиная со Сталинградской битвы, впервые, если считать танки, пушки и самолеты, во время Сталинградской битвы, еще не в целом
на всех фронтах, а именно на этом участке было обеспечено превосходство и по танкам, и по пушкам, и по самолетам. У Жукова все время приводятся эти данные. Вот это. А с этого началось тогда уже и котлы, и прочее наступление. Но это уже вопрос дальнейший. Главная мысль о том, что, надо, что мы должны двигаться вперед, потому что это нам позволяет лучше усваивать и то, что пройдено. Ну, пройдено – это же не значит, что оно глубоко усвоено. Ну, пройдено – хорошее такое слово. Я прошел. Да, мимо прошел, частично мимо прошел, что-то усвоил, что-то не усвоил. Ну, что делать? Есть люди, которые все усваивают, вот как Константин Константинович. Ну, вот они все такие способные. Вы спрашиваете, он вам ответит всегда. Поэтому он и молчит, он смотрит, чего вы никак не можете додуматься до этого. Так, спасибо за внимание, товарищи. Значит, в следующий раз мы будем вот рассматривать еще раз вот этот раздел учения понятий. И вот, вот три момента понятия всеобщие, особенные, единичные. И дальше подбираемся к суждению. Когда у нас будет это? Через две недели. Сейчас мы будем смотреть. Есть календарь. Так, у нас сейчас март 27-го. Апрельские у нас недели, так, вот, 10-го, да? 10 апреля. 10 апреля, хороший день. Что, 5 апреля? 10-го. А, 10-го, ладно. Не 1 апреля, не страшно.